Сегодня стало известно, что 52-летний актер Ярослав Бойко разводится с женой, танцовщицей Рамуне Ходоркайте. Пара поженилась в 1999 году. Истинные причины этого расставания остаются тайной. Между тем, поклонники предполагают, что вторая половина звезды сериалов не выдержала измен супруга. Появились сообщения, что спустя 23 года отношения Бойко и Ходоркайте завершились. Пара подала на развод. Соответствующий иск зарегистрировали в одном из московских судов, так как у супругов есть дети. Напомню, брак звезды кино был близок к краху еще в начале 2000-х. Тогда женатый Бойко закрутил роман с Евгенией Добровольской, и она родила от него сына. Все вокруг активно обсуждали, от кого же малыш, и мне физически необходимо было укрыться, спрятаться в раковине. А я очень ждала сына и даже радовалась, что воспитывать буду одна. Никто не помешает, делилась переживаниями актриса. Поклонники также подозревали, что Бойко был в отношениях с Марией Порошиной. Поговаривали, что своего долгожданного сына Андрея знаменитость родила якобы от Бойко. Однако звезды всячески отрицали слухи. Конечно, ничего не было. Это все глупости. Мы давно привыкли к этому. 15 лет все обсуждают. Убеждал Ярослав. Как известно, у Ходоркайте и Бойко двое детей. В 1999 родился сын Максим, а в 2003 дочка Эмилия.